Дорогие дамы и господа, мы идем дальше. Приглашаем бойцов весовой категории 77 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Динамо». Встречайте, Адылбеков Асылбек. Приглашаем его оппонента. Весовая категория 77 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Айкуль Манас». Встречайте, Тойчубеков Мелисбек. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня, синий угол, боец представляет бойцовский клуб «Динамо». Боец является мастером спорта по боевому самбо. И является мастером спорта по рукопашному бою. Тренируется под руководством Савединова Нурбека. Возраст бойца 28 лет, рост 1,80 м, вес 77 килограммов. Адылбеков Асылбек! Справа от меня, красный угол. Боец представляет бойцовский клуб «Айкуль Манас». Тренируется под руководством Саидова Руслана. Боец является мастером спорта по вольной борьбе. У бойца 3 победы, 0 поражений, 1 ничья. Возраст бойца 27 лет. Рост бойца 1,76 м. Весовая категория 77 килограммов. Встречайте, Тойчубеков Кана Мелисбек! Бойцы на середину. Хорош!
Раз, раз, два. Дорогие дамы и господа, в этом бою во втором раунде 3 минуты 30 секунд в связи с отказом оппонента победу одержал боец Той Чувеков Мелисбек! Итак, дорогие дамы и господа, мы начинаем промежуточный турнир сегодняшнего весовой категории 57 килограммов. Приглашаем. Боец представляет бойцовский клуб Айкуль Манас. Встречайте, Нурдинов Медель. Приглашаем его оппонента. Боец весовой категории 57 килограмм. Боец представляет бойцовский клуб «Базар Коргон». Встречайте, Нуркамелев Азатбек. Азатбек.
Артемон Поизов Чингис. Боковые судьи, пройдите на место. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня, синий угол, боец представляет бойцовский клуб «Айколь Манас». Бойцу 18 лет, рост 1,72 м, весовая категория 57 килограммов, тренируется под руководством Саидова Руслана. Нуркинов Медер! Справа от меня, красный угол, боец представляет бойцовский клуб «Базар Коргон». Тренируется под руководством Тургунова Нурбека. Боец является кандидатом в мастера спорта по боксу. Бойцу 18 лет, рост 1,60 м, вес 57 килограммов. Нур Камилев Азатбек! Бойцы на середину. Шашка, джаул, 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 гелинда, джаушки. Куа, куа, шашка, куа. О, джаш, джаш. Баланы, джаш, о, джаш, джаш. Джашка, брош, брош. Шашка, шашка, гелинда, джаш. Гелинда, джаш, шашка. Баланы, джаш. Джаш. Нет, джаш. Готовятся бойцы весовой категории 60 килограммов. Адульбеков Клек и его оппонент Абдулахатов Абдурахман готовятся. Тәртіпте сақталар, тәртіпте сақталар, ұмытылар. Итак, дорогие дамы и господа, в этом бою за 2 минуты и 10 секунд техническим нокаутом победу одержал боец Краснова Нур Камилев. Для вручения награды приглашается Сабидинов Нурбек.
идем дальше. Приглашаем бойца весовой категории 60 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Бесик Джон». Встречайте, Адылбеков Тилек. Боец представляет Республику Узбекистан. Боец тренируется под руководством Абдуразакова Дилмурада. Бойцу 18 лет, рост 1,70 м, вес 60 килограммов. Боец является чемпионом Узбекистана по ушу сайдо. Абдуллахадов Абдурахман! Уважаемые представители команд, по 2 секунды от каждой стороны. Эсмир Галаполла, Узгорна Мушкелеве, минус Балджа Злота, Пучакта. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня, синий угол. Боец представляет бойцовский клуб «Бесик Джон». Тренируется под руководством Бурбаева Массата. Бойцу 26 лет, рост 1,70 м, вес 60 килограммов. По прозвищу «Волк» Адылбеков Тилек. Справа от меня красный угол. Боец представляет Республику Узбекистан. Тренируется под руководством Абдуразакова Дилмурада. Боец является чемпионом Узбекистана по ушу сайдо. Возраст бойца 18 лет, рост 1,70 м, вес 60 килограммов. Абдуллахатов Адурахман. Боец на середину. Готовится весовая категория 81 килограмма, промежуточный бой. Тайчибек Улу Шадыбек, его оппонент Артур Майбек, тоже готовится. Стой! 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 Ст
Итак, дорогие дамы и господа, в этом бою удушающим приемом победу одержал боец Краснова Абдулахада Абдурахман. Для вручения награды приглашается Абдурубаев Максат. Представляет бойцовский клуб «Таймур Рас». Встречайте, Талай Бегулу, Джо Март. Готовятся бойцы весовой категории 81 килограммов. Тайчи Бегулу Шадыбек. И его оппонент Артек Вайбек. Готовимся. Приглашаем его оппонента. Весовая категория 61 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Баймундус». Встречайте, Бахтовик Улу Кушпак. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня синий угол. Боец представляет бойцовский клуб «Таймур Рас». Боец является победителем ВЭФ «АВАТЭ» 2018 года. Тренируется под руководством Ахбаева Авазбека. Возраст бойца 22 года. Рост 1,70 м. Вес 61 килограммов. Талайбек Улу Джомарт! И справа от меня красный угол. Боец представляет бойцовский клуб «Баймундус». Боец является кандидатом мастера спорта Российской Федерации по боевому самбо. Является кандидатом мастера спорта Российской Федерации по грэпплингу. Тренируется под руководством Адылбака Улы Иманбека. Возраст бойца 22 года. Рост 1,78 м. Вес 61 килограммов. Бахтыбек Улу Кушпак! Бойцы на середину. Готовятся бойцы весовой категории 81 килограммов. Тайчибек Улу Шадыбек. Артыков Айбек. Ой! Стой, колос, 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 стой, колос
Павлов, Кондарчук, я видел Кондарчука. Я видел Кондарчука. Павлов, Кондарчук. Павлов, Кондарчук. Рахот, Кривет. Я видел Кондарчук. Атылып келген. Рахот, Шашбай. Мен айтып. Чауын, чауын. Весовая категория 66 килограммов, гран-при. Готовимся заранее. Дорогие дамы и господа, в этом моем разделе решением судей
Победу одержал боец Красного Орла Бахтемегулу Кусбай! Итак, дорогие дамы и господа, мы идем дальше. Приглашаем бойцов весовой категории 81 килограмма. Боец представляет бойцовский клуб «Ахман». Встречайте, Тайчебек Улу Шадыбек. Весовая категория 81 килограмма. Представляет бойцовский клуб «Базар Коркон». Встречайте, Артыков Айбек. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня, синий угол, боец представляет бойцовский клуб «Ахман». Тренируется под руководством Макабаева Кимиша. Боевые достижения бойца: является кандидатом мастера спорта по вольной борьбе, является чемпионом лиги Ревщики, возраст бойца 24 года, рост бойца 1,75 м, вес 81 килограммов. Тайчебегулу Справа от меня, красный угол. Боец представляет бойцовский клуб «Базар Коркон». Тренируется под руководством Тургунова Нурбека. У бойца 2 победы, 0 поражений. Возраст бойца 28 лет. Рост 1,73 м. Вес 81 килограммов. По прозвищу Лев Артыков. Бойцы на середину. Готовятся бойцы веселой категории 66 килограммов на полуфинал. Давай! Спокойно, давай, Стоп!
Тартипти сактагыла, урматтуу. Дорогие дамы и господа, в этом бою удушающим приемом победу одержал боец Синюла. Дайте мне губу! Итак, дорогие дамы и господа, мы начинаем полуфинальные бои Falcon Fighting Championship Гран-при. Итак, приглашаем бойца весовой категории 66 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб Айкон Манас. Нурджанов Рустамбек. Приглашаем рефери октагон Асана Лазарика. Итак, дорогие дамы и господа, приглашаем его оппонента. Весовая категория 66 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб Таймураз Эгемберди Улу Атахан. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня Синюлу представляет боец бойцовский клуб Айкон Манас. Боец является мастером спорта по ММА. Боец является обладателем пояса лиги FFC. По прозвищу Чандиш Нурчанов Рустамбек. Справа от меня красный угол. Боец представляет бойцовский клуб Таймураз. Тренируется под руководством Акбаева Азбека. Боевые достижения является победителем лиги GMC. Егенберди Улу Атахан. Бойцы на середину. Шашка, балам, шашка. Берем ровно вылез. Кутун бабас, кутка бас. Вот, молодец, а. Шашка. Ну, сейчас сапкал тебя. Шашка, балам, шашка, балам. Шашка, сапкал, балам, сапкал. Опасно! Поверь на бал!
Скручивай, скручивай! Чемпион, 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 тазла, тазла! Хорошо! Болдар, будешь от? Наш повод! Фабрина, фабрина, дерьмо! Да, я говорю! Встречай, встречай! А, ташла, ташла, ташла! Встречай, встречай! Вот, молодец, гимн там! Жақсы бол, жақсы! Стоп, деп теле, бөрдет, бөрдет! О, вот это вот, все это секретка, по-моему, что? Заши, заши, дергайте, дергайте, берите его, будто баскер, готовим. Молодец. Ну что мне, встал, мужик. Молодец, встречай, встречай! Бля, заши, баба, заши, баба, 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 заши, баба. Ну что мне, баба, встречай, встречай, баба, берешь пыль, баба. Голос сюда, вот голос. Вот, вот же голос. Дырша, осталось сначала все. А вот, вот он, фоллон, пошла, фоллон, пошла, фоллон, пошла. Вот, вот, вот. Стоп, хуа, хуа, вот. Включай уже, сам, сам, вышли. А, ну что, вот, как другая, четыре. Спокойно, не хочу, шесть, шесть. Перейдем, Гонда. Стрей, стрей, стрей! Не, Бог, сам, лёгим, что? Ап, 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 ап. Папа, на все другого. Папа, на все папа. Таш-то парк, вот, хода, хода парк, хода. Рустам, музарочки, музарочки, Рустам. Вот это что? Вот. Опа! Да, 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 Рустам, вымыла, вымыла, вымыла. Паша, паша, дёргает. Пусть узарчик был. Зор, зор. Ва, ва, рука, рука. Рука, рука. Спокойно, не, сейвай. Арак, давай. Арак, давай. Ушел, не ушел, не? Сейчас, 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 Охот прямой! Спасибо за поступок. Сетка, опарчик, опарь, сетка! Болды, мужчина, будь хатыш! Ада, сетка! Айр, айр, айр! Опарь, арма, арма! Мишта, миштеем, бол, миште! Таштама, башыны салба! Өзім, қолда іште! Қолда іште! Алыс, алыс, алыс! Хода саған, хода, хода, хода! Хода, хода, хода! Рустам, өзің дікті қайтатын болды, өзің іште! Рустам, іште, іште, Рустам! Рустам, жақсы, жақсы, жақсы бар, жақсы! Қолда іштейм, қолды! Шақан, қой! Алды ұқты, алды ұқты өте 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 Айлан, айлан, айлан! Молодец! Ха! Ух ты! Кем вам мясо делать? Ой! 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 Ой!
О, молодец! Хода, 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 хода! Хода, хода! Хода! Сейчас, сейчас! Сетка вода, сетка вода! Сетка вода! Ашпа! Сетка вода! Өзің кіретін оңыр болу үште! Жоқ, жоқ, жоқ! Ошар, ошар, ошар кетті! Ошқа бар, ошар! Сантак бар, ошар! Разворот, бір кеттің өте! Вот она, вот она. Молодец, босем! Бутырай, давай, пацан! Бутладыш, бутла! Бутладыш! Пацанца, пацанца! Вот, перетердик! Перетис! Колу вирес, бутыл вирес, бутыл! Бутыл сам! Ичина сам, ичина! Пацанца легал, ушел, пацанца легал! Перетер волон, перетер! Пасатка, вот балалек, пасаванем! Шашпа, шашпа, есть шашпа! Акрын, балдарын кипошатыр! Белеги түзде бала! О, белеги түзде! Шашпа, белеги түзде, бир колын бошату ал! Бир колын бошату ал, ұры! Бир колын мен, ұры! Демал, демал, ұры! Мела, мела! Ха, құтсы машатай! Ха, Армалжат! Ужас! Елді түзде сам болмайды ба? Шашпа! Бұрал тұрға тұрға тұрға! Балын тұрға 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 мойнына! Бұрал тұрға тұрға тұрға! О, мойны тұрға 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 тұрға! Ара қой! Шашпа, шекемен! Тұрға тұрға! Смело, штейбе! Оңғалың бошат ба! Шашпа, шашпа! Чикат. Мұрдың таза, мұрдың.
В этом бою, в третьем раунде, за 2 минуты и 30 секунд, удушающим приемом победу одержал боец синего угла Нурчанов Джангиш Рустамбек! И вышел в финал гран-при весовой категории 66 килограммов. Идем дальше. Приглашаем бойца весовой категории 66 килограммов. Приглашаем бойца Садединова Клыч! Дорогие друзья, приглашаем его оппонента. Весовая категория 66 килограммов. Представляет бойцовский клуб «Базар Тургун». Встречайте, Юнусов Музафаров. Дорогие представители команд, после этого боя готовится за пояс чемпионский пояс Фалькова Fighting Championship. Весовой категории 84 килограмма. Тагаев зал Карбек и Авасхан Улусайтинар готовится. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня Синюгу. Боец является чемпионом Азии по ММА, является мастером спорта международного класса. По прозвищу Сайфулла Садединов. Справа от меня красный угол. Боец представляет бойцовский клуб «Базар Курган». Тренируется под руководством Алмкулова Дастана. Боец является мастером спорта по вольной борьбе. Приветствуйте по прозвищу «Мастер» Юнусов Мугафаров.
поднимайтесь на середину. Следующий готовится на гран-при. Полуфинал бойцы весовой категории 77 килограммов. Еще раз к вашему мнению. Уважаемые представители команд, готовим своих бойцов. Весовая категория 77 килограммов. Выходят на полуфинал. Thank you.
болгонун унутпаңыздар. Сиздерди колдооңуздар бизди мушкелерге жан деп күч берет. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня синий угол. Бойц представляет бойцовский клуб ОСО, является победителем в F4Fight. Бойцу 25 лет, рост 1,178 м, вес 77 килограммов. Талант Улу Оздамат! Справа от меня боец представляет бойцовский клуб Айкуль Манас. Боец является мастером спорта по боевым самбо. Является чемпионом Кыргызской республики по боевым самбо. Тренируется под руководством Саидора Руслана. У бойца 3 победы, 1 поражение. Бойцу 26 лет. Рост 188 сантиметров. Вес 77 килограммов. Доктор Алиф Кубаны! Ты готов? Бойцы на середину. Техническим нокаутом победу одержал боец красного доктор Али Кубаныч. Доктор Али Кубаныч выходит в финал. И, дамы и господа, мы начинаем сегодняшний бой. Бой за пояс чемпионства FFC. Веселая категория 84 килограмма. Встречайте. Боец представляет бойцовский клуб Пазар Кургон. Татаев Залкарбек. Приглашаем его оппонента, весовая категория 84 килограмма, за чемпионский пояс лиги Falco Fighting Championship, Авасану Саид Умар. Встречаем! Лиги Falco Fighting Championship. Весовая категория 84 килограмма. Слева от меня боец. Слева от меня синий угол. Боец представляет бойцовский клуб Базар Кургон. Тренируется под руководством Тургунова Нурбека. Возраст бойца 24 года. Рост 1,75 м. Вес 84 килограмма. Такаев за. Yeah!
Справа от меня. Боец представляет бойцовский клуб «Харсу». Тренируется под руководством Амангулова Рашида. Боец является мастером спорта по борьбе. Возраст бойца 23 года, рост 1,80 м, вес 84 килограмма. Авасханулу Саид Умар! Еще раз, дорогие друзья, бой является запоем чемпионства FFC. Пространство берите, пожалуйста. Все, стойка! Без закона! Yeah.
Вот тут у вас партики с автором. Итак, дорогие дамы и господа, в этом бою техническим нокаутом победу одержал Павел Заварбек! Такая Заварбек становится новым чемпионом лиги Folk of Fighting Championship. Umar Aral, Nurkamil Erniz, Erniz Nurkamilov, Kıçbek Sakarbay, Niyaz Akem, Nurbek Hüküm, Jeyin Jake, Dastan Ake, Bayaman dostum, seni derin razıcılık bir kütüm. Barınızlara çok rahmat. Bugün ne Allah Teala. Jeyin ben tarafa çeşirken Jeyin oturam. Bar Allah'tan. Saydumar dostum senden geçirin sırayıp Uruşundan yiyin birbirinden geçirin sırayıp koy diyeyim bu üstünde koyat dostum beni geçirin koy. Uşu vurduğum dostlarım, hakelerim, ülkelerim sizler için. Oğuz Akkan! Итак, дорогие дамы и господа, мы начинаем финальные бои Гран-при. Весовая категория 66 килограммов.
сегодняшнего турнира. Главный приз — автомашина. Итак, дорогие дамы и господа, приглашаем бойцов весовой категории 66 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Айкон Манас». Встречайте, Нуржанов Русланбек. Итак, дорогие дамы и господа, финальный бой весовой категории 66 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Базар Коргон». Встречайте, Юнусов Музафар. За чемпионский пояс «Фолько». Весовая категория 77 килограмма. Махаматалиев Исабек. Его оппонент из Узбекистана Бокибаев Уткирбек. Готовимся. Следующий бой. За чемпионский пояс FFC. Итак, дорогие дамы и господа, к вашему мнению, финальный бой гран-при весовой категории 66 килограммов. Слева от меня синий угол. Боец представляет бойцовский клуб «Айкон Манас». Боец является мастером спорта по ММА, является обладателем пояса лиги FFC. У бойца 4 победы, 0 поражений. Возраст бойца 22 года. Рост 178 сантиметров, вес 66 килограммов. Встречайте по прозвищу Джангиш Нуржанов Русланбек. Справа от меня красный угол. Боец представляет бойцовский клуб «Базар Коргон». Боец является мастером спорта по вольной борьбе. Тренируется под руководством Алымкулова Дастана. У бойца 2 победы, 0 поражений. Возраст бойца 29 лет. Рост бойца 172 сантиметра. Вес 66 килограммов. Юнусов Музафар! Бойцы на середину! Узар. Встречай, балабушон!
Вот там, вот он, вот он, вот он, вот он. Сейчас, 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 Өзгөрдүн мушкелерин келген өзгөрдү мындай зыян келтирип отасыңар. Стоп!
Ustam setka havada. Bırak da bırak. Gel bu kadar ya. Gözün setka havada mı? Gözün setka havada mı? Helal. O. Helal. Setkan açık onda. Setkan açık iş gerek. Setkan. Yok yok tepme tepme. Çıpaka çıpaka çıpaka. Kaça üzgün artık. Kaça üzgün. Çıpaka çıpaka. Kollarım baylağında, canım ya, kollarım baylağında burada. Kolla, vurdurma, vurdurma! 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 Kaptan, baylağa çık! Sağlama hocam, saldırma, saldırma! Çık, 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 çık! Götür, 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 götür! Saldırma! Prevende, nara kodarıyor! Hem daha ötesin! Nara kodarıyor! Nar kısmen çıkarıyor! Çık aşağı, çık, çık, çık! Çık, başını sallama, başını sallama! Dur bala, dur, dur bala. Gardka salsan gayra. Bütün usal bala, salsın tutun. Gardka, usal tutun. Bera durasan, bera ondasan, kapsan bala. Bu adı bak. Dur, 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 Hey!
Başka tek al şu kutu. Başka tek al şu kutu.
Дорогие друзья, это самый последний, завершающий раунд, пятый. Балась поддержим. Дама, Рустам, дама, нормально. Армашпан, Рустам.
Колено, стоп, он лучше нас! Он лучше Арустан! Колено, Арустан! Жамбашпа тоже, сенче. Жамбашпа! 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 Давайте дезахал, а вот надо. Sen vakti etme, bak vakti etme. Vermeş gerek, vermeş gerek. Bırak, bırak, bırak. Kaldırma ya, kaldırma ya, kaldırma ya. Kengir öylese, tamamen zaten. Başlı götür, Zafer, başlı götür. Kaldırma ya, Rustam. Rustam, Renzka, bana aç. Rustam, kaldırma ya. Oğlum, bir kolla işte et bak. Seni koyuyor. Kaldırma ya, bırak, kaldırma ya. Rücanı duyup, Zafer. Хорошо, да, Всем решение боковых судей.
Ждем решения пока у судей. Итак, дорогие бойцы, уважаемые дамы и господа, для вручения награды приглашается Топ-Торов Азангалы. Итак, дорогие дамы и господа, в этом бою раздельным решением судей победу одержал боец синего угла, одесимоса красного угла Юнусов. Баш военный си Юнусов Мутафар. Представляем слово победителю. Ассаламу алейкум. Азамбалам. Елген-елген барыларды рахмат. Жаң қолдып келген ерге. Сізді организат болғандарға барынан рахмат жоқ. Жаң қызықты шоу болып, берген ерге жоқ рахмат барынан. Мен үшін спортына келген сөп, керлері бар менде. Мен жөзім тағам салақ едейді. Менде үкөрдан бар, еңіз, лакаландан, дастан, жегіш, бектур. Бару шезе тұрасылар шоу, бұл мен жұлтып, мен кемес. Жүк команда ауызықты. Alhamdulillah bu победа. Поражение Алладан только. Бүгін мен ұттым, ертең ұл досым ұтады. Алладан. Ассаламу алейкум. Олар бар оны әне. Қолдан келісіше мені тілпеліп тапшылады әрдің ғам. Бірақ тұрсын күштірақты әрдің тапшы мені тұшон үткен. Футболызың ағазырды әжің қашанды әне. Әкелерім, қолдан келісін жағылдым. Қырғызстан алға, барыңдар рахмат. Әлекім. Бүгінден, жәңгешім көріп бар. Апам арнайын деген болғай қалды. Әм мен әп үшінді. Дейін ұшында екен, иншалға кейінсін. Әлекім. 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 Алмаскен тақсыр бар. Бізді бүшін дуағы арнайын қолдан қуатты. Азыр мечітте отырақ дуағылып бізге. Чомбаев, Алмаз әке. Өзіңдер ақ чом рахмат. Дорогие бойцы, общее фото на пене. Астан! Астан! Сеға қосып кетті. Табыз жоғы! Молодец! Итак, дорогие дамы и господа, не уходим, остается у нас еще один бой. За пояс Лиги Фалько. Главный бой вечера. Весовой категории 77 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб Джашкуч Ноукен. Встречайте, Махам Радалиев и Собей. Бес тренируется под руководством Абдуразакова Дилмурада. Бойцу 28 лет. Встречаем Бутибаева Утюрбек. Okay.
Итак, дорогие дамы и господа, за чемпионский пояс в Лиге Фалько, весовая категория 77 килограммов. Слева от меня синего боец представляет бойцовский клуб Джашкуч Мокен. Боец является победителем GFC-2, является победителем RFC-6, является победителем ВЭФ. Боец является мастером спорта по ММА и является кандидатом мастера спорта по борьбе. У бойца 5 побед, 1 поражение, 0 ничьи. Возраст бойца 23 года, рост 1,85 м, вес 77 килограммов. Встречайте, Магомед Алиев и Сабир! Справа от меня, красный угол. Боец представляет Республику Узбекистан. Тренируется под руководством Абдуразаку Адиля Мурада. Бойцу 28 лет, рост 1,84 м, вес 77 килограммов. Встречайте, Боги Боев! Уткербек! Бойцы на середину! Приглашается директор строительной компании «Досқұрылыс» Хабаров Емельбек. Поддержим нашего победителя! А в этом бою, в первом раунде, удушающим приемом, победу одержал Магомед Алиев и Сабир! И становится новым обладателем чемпионского пояса FFC! Общее фото на память. Представляем слово победителю, обладателю пояса, чемпионского пояса по весе FFC. Ассаламу алейкум, Мензайлим. Бұл бойға азгүнді ішінде дәрдандық. Бұл сетті әжегі іш бізді олды. Аланым қалу осы әріпін білсе. Жанадан ұшу FFC ұйымының президенті Шерака, жана Станака сіздерге рахмат чоң. Бойды қойып берген әкә, Аллах разы болсын сіздерге. Жанадағы қырғыз елінің барына, үшін бүгінгі келген елдердің барына рахмат айтам. Жанадағы мен, шуме, жеңісім, марқын баталмай жана, апама бағыштадым жана, қырғыз еліме, 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 қырғыз е
чемпионыбызга дагы бир ирет кол көрсөтүп коюңуздар. Махамадалиев Исаек. Бойцовский клуб «Жаш күч» оркестри. Итак, дорогие дамы и господа, мы начинаем финальные бои весовой категории 77 килограммов гран-при. Встречайте, боец является представителем бойцовского клуба «Айдоль Манас». Топ-тарариф Кубаныш. Приглашаем его оппонента весовой категории 77 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Акбарс Энтебак». Встречайте, Джанабеков Алмамбет. 7 килограмм салмактагы мушкерлердин жеңүүчүсү баш байге автоунаан энеси болот. Ошондуктан дем күч бергенди унутпайбыз. Болгон күчүбүз менен колдойбуз. Бүгүнкү кечебиздин эң акыркы бүгүнкү таймашы. Дорогие дамы и господа, мы начинаем финальный бой. Весовой категории 77 килограммов гран-при. Слева от меня, синий угол, боец представляет бойцовский клуб «Айдоль Манас». Боец является мастером спорта по боевому самбо. Чемпион Кыргызской республики по боевому самбо. Бойцу 26 лет, боец рост бойца 1,88 м, вес 77 килограммов. Доктор Алиев! Справа от меня, красный угол, боец представляет бойцовский клуб «Акбарс Энтебак». Боец является мастером спорта по боевому самбо, является победителем по версии ACB. Возраст бойца 22 года, рост 1,80 м. Встречайте, Джанабеков Алмамбет! Бойцы на середину. Давай, 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 давай
Итак, дорогие дамы и господа, в первом раунде техническим нокаутом победу одержал Джона Беком! Является обладателем автомашины! Общее фото на память. Алексей, Алмамет, бүгүнкү жеңишин, Алмамет, бүгүнкү жеңишин кут болсун. Ушул жеңиште каалоо тилектериң болсо, ужам айтып кет. Салам алейкум, азат болсун. Силердин мейман достуңарга рахмат. Мен силердин байсыңарды урушанда эчтеке дебедим. Чоң рахмат силерге. Кыргызстан! Hiç kaçan Kırgızlar neyme uğruşmayın diye bu dayanı Kırgoy boyu olup aldı. Ben bacağım hareket kıldım Murmay uçuşka. Kırgoy'un Richard kılıp. Ben aşancalık hareket kıldım balvanı akıl kıda. Bu da ben direktim ben açım geldi. Gençim farkla ben seferdiklerim. Ben bulacağım şimdi. Atanem Arda birinciden. Ben düğünde duvaklım apağım atam kutlatırat. İnşallah. Allah'ıma şükür işin canım cengiş bergenle. Ekinciden ben bir tuğan akalarım. Azat akam, Ertan Dukan, Canlı Aka, Yerniz Aka, Rahmat Sinerge. Ben dostlarım, 90 yetlerine salam aydam. Benim Birgetin Okalı'ndan Akbaş Kulundan'ı cihinlerine çoğun salam aydam. Ben Çoldurak Mama Şarifli var. Ağabeyma, bir yerde mesle olsa da, Rasyada olsa da ağı. Mama Şarifim Çoldubay, ağabeyma çoğun rahmat aydam. Beni birinci türlü okan bağıstakanımda, o şalaka kardeşka vergen. Bayaman dostlarım, Bektur, Sinan Köyçömer, benden sinirge çoğun salam. İnşallah Allah'ım, beni cazdırgan alçerekelerge, çoğun rahatsızlık bildiremiş şu koyma cazdırganlarla. Buradan atıyoruz diye unutup alsam, geçiresinler, barcağınlar, uşul. Uyuşturgan organizatörlerine rahmet eylem. Şereka, sizge çok rahmet, sizge de çok rahmet eylem. Şereka. Uyuşturucularına çok rahatsızlık bildirem. Herkes. Çok rahmet, obşe foto napayı. Karakola. Анамесе урматтуу базардагы турумдар, урматтуу коноктор, ушуну мен бүгүн таймаш аялдашыпты. Саламатта калыңыздар.